Октоподы, давай двинем точки сборки и превратимся в огромных осьминогов-аргонавтов, плавающих по небу, как по весенней тверди. Там протянешь мне свою особую руку между четвертой и второй, а я тебе свою. Но ты захочешь нежно обнять меня за шею, а когда я кокетливо отстранюсь, то ты пошлешь мне вдогонку свой гектокотель, стрелу, наполненную жизнью. Я спрячу твой подарок за щекой, а потом, найдя укромную пещеру над самой твердью, нежно выслюню тысячи маленьких осьминожков, до времени спящих в своих белых домиках. А мы с тобой провалимся сквозь небесную твердь в потусторонний мир, в глубокие нижние воды. Октоподы.